Да, импортозамещение надо, но надо делать это сознательно, не создавая на наших территориях параллельных, конкурирующих друг с другом производств, чтобы не распылять и так недостаточный ресурс. Просто кредитование под оборотные средства предприятий Евразэс позволили бы заместить до 30 миллиардов долларов США импорта критического. Когда в моем родном городе Жодино БелАЗ построил большой автомобильный завод БелДжи, все говорили, а зачем он нужен, если столько хороших машин, немецких и других, собираются из лего европейских брендов. Ну вот сейчас прошло время, я сейчас проезжаю родной город, площадка забита, только успевают отвозить. Так машину просто так, говорят, не купить. Тема БелАЗа, с которого ушли иностранцы, начала подтягивать компетенции дизель-строителей мощных двигателей непосредственно в России, тем самым снижая в том числе и себестоимость танкового двигателя. Финансовый суверенитет России будет тогда для меня понятен, когда мы сможем имитировать нашу валюту, не исходя того, сколько долларов мы получили за нашу нефть, а исходя из тех потребностей, которые нам необходимы для инвестиций и модернизации нашей промышленности и наших технологий. Я не верю в огромное совпадение сценариев и мероприятий глобального уровня, которые происходят практически одновременно по всему миру, почти одновременно, по совершенно одинаковому сценарию, по одним и тем же лекалам, проектам и даже на одних и тех же платформах, независимо от того, какой страны это касается. Владимир Николаевич, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Рад, что опять, как говорится, на родине, в хорошем месте, с хорошими людьми. Всегда отдыхаю душой в Беларуси, даже когда работаю. Владимир Николаевич, во время одной из последних встреч глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко прозвучала идея создания и написания впоследствии, ну и, наверное, выполнения потом, некоего единого экономического плана развития. На ваш взгляд, какой он должен быть или что в нем должно быть обязательно? Весь прошлый год наш премьер Беларуси набат бьет, что да, импортозамещение надо, но надо делать это сознательно, не создавая на наших территориях параллельных, конкурирующих друг с другом производств, чтобы не распылять и так недостаточный ресурс. Все это как бы мы обсуждаем. Но, если честно, как у нас не было единого рынка, так у нас его и нет. То есть ограничение доступа товаров друг к другу на совместном рынке до сих пор присутствует, ну, практически в большинстве номенклатуры, которая производится двух государств. Если вы обратили внимание, не так давно президент России Владимир Путин принимал у себя небольшое количество российских промышленников, среди которых был мой коллега Сергей Александрович Серебряков, который, при том, что не так много времени... Был гостем нашей программы, кстати, да. Не так много времени ему дали для того, чтобы он мог что-то донести президенту России, и он, в общем-то, высказал некоторое удивление тому, что для него постановка на его трактор «Кировец» минского двигателя практически равносильно тому, что его трактор не будет считаться российским. Точно так же, как будто он поставил туда китайский или итальянский или немецкий двигатель. И, как мне показалось, президент России Владимир Путин был даже этому удивлен. Но, по большому счету, это ведь до сих пор действительно так. Это один из таких примеров, которых на самом деле мы можем приводить очень много. Ну, хорошо. А как вот ставить же ярославские двигатели на минские машины? Нет, давайте немножко не так. У меня у самого на заводе парк тягачей, которые занимаются транспортной логистикой. Это десятки и десятки тягачей производства МАЗ, Минского автомобильного завода. Наша компания входит в первую тройку лучших по рейтингу перевозчиков Северо-Запада. Работа, как говорится, мы можем предложить хорошие условия. Практически все машины у меня укомплектованы двигателями Ярославского моторного завода. То есть это вполне себе нормальная кооперация, когда у меня машина вроде как минская, но начинка российского производства. Вполне себе нормальный союзный проект, который доказал свою эффективность тем, что мы берем, достигаем результатов,
конкуренции, положительных выигрывая у компаний, которые набиты Сканиями, Волимами и всеми остальными. То есть вполне себе нормальная машина, которая доказывает, что с точки зрения оказания услуг по логистике и по перевозкам, машина себя оправдывает. Но при этом надо понимать, что если у вас есть двигатель от ракеты, условно говоря, и есть завод, который двигатель ракетный производит, это не значит, что этот двигатель можно легко переделать под тракторный или под, для экскаватора. То есть это не просто все другое, но это очень все другое. То есть специалисты понимают, там характеристики отличаются так, что, по сути дела, на одном конвейере производить двигатель, скажем, для автомобиля легкового, для автомобиля тягача и для тракторной или там танковой. Вот как танковые двигатели, это то, что может и должно использоваться в тяжелой технике, там, типа БелАЗов. Кстати говоря, что и было в советские времена. Почему я всегда говорил, что когда наши тяжелые машины, российско-белорусские, переводились на такие двигатели компании производства, скажем, Deutz, условно говоря, или Cummins, то мы тем самым поддерживали оборонную промышленность Германии, Европы и Америки, позволяя им удешевлять их танковые двигатели за счет того, что наши танковые двигатели становились дороже и менее эффективны, менее качественны, потому что мы финансировали не только производство, но и неокры под их оборонную промышленность. На тот момент мы считали, что мы большие друзья, и ничего страшного от того, что Россия вместе с своим государством профинансирует развитие стран, армии стран вероятного противника. Это ничего страшного, потому что, со слов Михаила Сергеевича, мы больше не враждуем. Теперь да, мы большие, конечно, партнеры со всеми вытекающими. Но прошло время, которое показало, как бы это мягче сказать, ошибочных такого рода предположений. Хотя, на мой взгляд, вряд ли кто-то из серьезных специалистов по-настоящему заблуждался. И я не сторонник такого рода подходы относить к заблуждениям. На мой взгляд, это была сознательная политика ряда руководителей России тех времен, которые привели к соответствующему и нынешнему результату. Тот факт, что сегодня многие вещи как бы оголены и мусор мороки как бы сброшен ветром специальной военной операции, и многие вещи просто при всем желании невозможно не замечать или скрыть, в этой, в общем-то, ситуации, в этом мире, наверное, это как дает нам шанс повернуть хотя бы в чем-то ситуацию в нашем развитии, в наших возможностях технологических, особенно важно для Беларуси, потому что своих природных запасов производства бананов, апельсинов и подобных продуктов типа нефти и газа, что, в общем-то, для меня, я считаю, одно и то же, и там это сырьевая банановая экономика, у нас такого ничего нет. Ни бананов, ни нефти у нас нет. Все, что за счет чего живет страна, это технологии и производство. Поэтому, если сейчас у нас есть шанс зацепиться за возможность остановить деградацию в техническом развитии нашего государства, это неплохо для Беларуси. Важно, чтобы мы этот момент как бы использовали и не допустили тех ошибок, которые, в общем-то, все это время было. Сейчас очень часто можно слышать, во всяком случае, от курирующих вице-премьеров правительства Беларуси, да и Российской Федерации, о том, что надо ускорять вот темпы освоения того самого громко поданного российского кредита, инвестиционного кредита, точнее. Это способно как-то подтолкнуть, что ли, я не знаю, вот этот, да, возможно, очень большой корабль, который сложно запустить сходу. Я приведу простой пример. Объем импорта, который мы для специальной военной операции покупали у стран разных вероятных противников, составлял от 240 до 270 миллиардов долларов США. Но кроме духов, трусиков из Милана и все остальное, без чего, наверное, можно обойтись, примерно 70-90 миллиардов долларов США составляла продукция, которую можно отнести к критическому импорту.
Соответственно, если мы ставим задачу по тому, чтобы заместить этот самый критический импорт, мы должны обеспечить как минимум две вещи. Мы должны обеспечить производство этого критического импорта, а это сложный продукт, который имеет, как правило, оборачиваемость производственного цикла не менее полугода, а часто 9 и больше месяцев по полной цепочке кооперации. То есть вам необходимо иметь порядка 40-70 миллиардов долларов США хотя бы в оборотных средствах. И для того, чтобы обеспечить такого рода производственный процесс, вы должны ввести в строй основных фондов на сумму порядка 350-400 миллиардов долларов США. То есть, если бы у нас был проект по обеспечению мероприятий создания технологического суверенитета по всему перечню того, что мы с вами говорим, необходимо было иметь программу плюс-минус на полтриллиона долларов США. Сумма, конечно, огромная, безусловно, это так, но есть два момента. Первый момент, который сразу говорит о том, что мы не приступили, от слова совсем, к программе импортозамещения. Первое. Значит, те суммы, которые сегодня озвучиваются как те или иные инвестиционные кредиты, оцениваются в единицы миллиардов долларов. Не в 500 миллиардов, ну, а один, в лучшем случае, там, где-то полтора. Ну, полутора месяца вообще. Да, ну, согласитесь, соотношение, это даже не процент от необходимого. Да, цифра большая, вроде бы как, но если к этой цифре мы сейчас вернемся, безусловно. Это первый момент. Второй момент – это оборотные средства. Скажем, если инвестиции в долгосрочные активы у нас, мягко скажем, ничем не обеспечены, потому что долгосрочного инвестирования непосредственно через банк у нас фактически в союзном государстве нету по разным причинам. Хотя характерно другое, что при том, что возможности у нашего Нацбанка Беларуси даже меньше, чем у Центробанка России, за счет, ну, как бы мягче сказать, более разумного взаимодействия правительства Белоруссии с Нацбанком Белоруссии при всем давлении эмиссионных вражеских центров, мы эти углы здесь как-то сглаживаем. А у меня остается впечатление, что в России сколько углов есть, даже если мы можем их обойти, мы обязательно почему-то на этот угол должны наскочить и там потерять очередной кусок, очередной миллиард, или 10, или 20, или 100. То есть, когда мы говорим о том, что откуда же нам взять полтриллиона долларов на то, чтобы проинвестировать программы импортозамещения, у меня сразу возникает простой вот вопрос-ответ. Большая это маленькая... Так, за прошлый год товарный профицит России, со слов президента России, составил 323 миллиарда долларов США. То есть только за год мы отгрузили из России товар ценностей на 323 миллиарда долларов США больше, чем получили обратно. Если сюда добавить сумму замороженных, считай, конфискованных золотовалютных резервов, то суммарный объем даже официально потерянных за год страной денег за один год составляет 700 миллиардов долларов США. Если сюда добавить все неучтенные суммы, а также вывод капитала частными инвесторами, а это были много сот миллиардные цифры, сразу возникает вопрос, если страна ставила перед собой задачу обеспечить финансирование тех или иных национальных проектов целевых, почему за это время не были остановлены процессы вывода капитала из страны, которые необходимы для того, чтобы обеспечить импортозамещение? Ну и дальше куча вопросов, почему, 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 почему. Тем не менее, при всем при этом, даже если у нас нет инвестиционной составляющей, которую надо было запланировать для того, чтобы задачи решить, но хотя бы загрузить наши мощности для того, чтобы обеспечить то импортозамещение, которое мы могли бы сделать на тех мощностях, которые у нас проставили, расчеты института, которым возглавляет Сергей Юрьевич Глазев, показывают, что просто кредитование под оборотные средства предприятий Евразэс позволили бы заместить до 30 миллиардов долларов США импорта критического. То есть практически половина того, что все надо было заместить даже без вложения инвестиций. Но для этого надо как минимум было увеличить, как бы мягче сказать, финансирование промышленной производственной деятельности, влить деньги в экономику. А по факту этого не произошло. Значит, в рублевом эквиваленте количество кредитов, выданных предприятиям
выросла за год примерно на 12%, при том, что уровень промышленной инфляции составлял не менее 17%. То есть, по факту, количество оборотных средств у предприятий не увеличилось, а уменьшилось. Каким образом при этом не то, чтобы увеличивать объемы производства, а хотя бы сохранить старые объемы, очевидно, концы с концами не сходятся. И когда сегодня мы читаем цифры о том, что, несмотря на санкционную политику, промышленное производство в обрабатывающей промышленности России выросло почти на 0,6%, мягко скажем, это точно не та цифра, которая говорит о рекордов и достижениях в импортозамещении. Так аккуратно скажу. Но в этом же отчете есть и другая цифра, которая говорит о том, что расходы на водоотведение, на вопросы, связанные с инженерными коммуникациями, то есть все, любое производство, оно, кроме всего прочего, содержит те или иные расходы на поставку воды, и ресурсов, да, и отвода воды, и ресурсов. Так вот, здесь у нас снижение почти на 3%. То есть логика подсказывает, что эти две цифры друг другу противоречат. И это естественно. Почему? Потому что дело в том, что производственные циклы на всех промышленных предприятиях России не укоротились, а удлинились. Почему? Потому что, я скажу откровенно, сложные технические изделия, которые мы получали быстро из Европы, сегодня мы получаем дорого и долго из Китая. И немножко из Турции. Потому что... Но это те же, просто по параллельному импорту? Значит, процентов 20 те же, а процентов 80 это аналоги. Ну, это долго объяснять, почему так происходит, но опять же, оно по-другому быть и не может, потому что само по себе импортозамещение требует, как бы это мягче сказать, очень серьезных мер протекционизма в этом направлении. Учитывая, что за 30 лет, 29, у нас очень серьезно идет отставание в технологии и компетенциях, это не могло не произойти, это понятно. Чуть меньше этого в Беларуси, некоторая разумность в этом деле наше правительство позволяло максимально нивелировать этот ущерб от не совсем для нас полезных дружеских мероприятий финансового враждебного центра. Ну и гораздо больше это коснулось России. Соответственно, для того, чтобы вот опыт выхождения на рынок, как России, так и внешний рынок Россельмаша, показал, что для того, чтобы их лет 10 назад, даже больше лет 15 назад, началось восхождение убитого Россельмаша к созданию нынешнего холдинга, который выпускает конкурентную по мировым рынкам машину, им потребовалась защитная таможенная пошлина 40%. Сейчас такого рода защитные механизмы требуют еще больше процентов. То есть иначе мы не сможем при отсутствии возможности устанавливать пошлины на конкурирующие товары из внешнего мира, наша технология не в состоянии будет быть запущена на наших предприятиях, которые отстают в этом деле. А что такое 50-процентная пошлина? Кроме того, что, давайте хоть откровенно, за неделю догнать по компетенциям и качеству ушедший за это время мир сложно. Недель надо немножко больше, и даже месяцев. Я так с юмором скажу. Может, даже и не месяцев. Даже не может, а точно. А дальше возникает следующая проблема. Если вы для наших потребителей всех уровней, как частных лиц и народонаселения, так и нашей промышленности, для того, чтобы возродить свои компетенции, начинаете создавать условия, преференции для своих, у вас по всей цепочке вырастает цена более низкокачественного продукта, аналога, цена возрастает в полтора раза. Соответственно, на всех переделах у вас идет рост цены. С точки зрения Центрального банка в России, рост цены – это инфляция, которая немедленно будет остановлена ставкой рефинансирования, которая загубит любое доброе дело на корню просто. То есть эта петля, она так классически завитая вокруг нашей шеи, что любое колебание вправо-влево, самое доброе, самыми лучшими намерениями,
оно приводит лишь к затяжке на этой шее, этой самой петли. И для того, чтобы из этой петли не соскочить, стоят руководители Центробанка России, которые внимательно следят, чтобы, не дай бог, мы не нашли какой-то путь обходного маневра. Тем не менее, нельзя сказать, чтобы правительство России с этим не боролось. Поэтому давайте так. Значит, что касается вопросов инвестиций, конечно, разговоров по этому много. Серьезных мер, конечно, мало принято. Но при этом, так или иначе, институт, который обеспечивает хоть какие-то возможности долгосрочных инвестиций, в России создается. То есть на базе того же ВЭБа, худо-бедно, создался институт, который, конечно же, не обеспечивает всю необходимый объем инвестиций в основной капитал. Безусловно, так. Но, по крайней мере, он хоть какой-то есть. Хоть какой-то. Обратимся к опыту Беларуси. Мы оказались на удивление готовы к этой ситуации, которая возникла у нас полтора года назад. За последние 5 лет страна практически по всей своей цепочке кооперации промышленной, которая была построена на западных комплектациях, успела переформатироваться на восточные рельсы. То есть МАЗ перешел на работу с двигателем ВИЧАЙ. БелАЗ за последний год также на этой машине катается с этим двигателем. И много-много чего другого, в том числе оборудование, у нас почему-то оказалось уже заточенным на технологии Юго-Восточной Азии. Как-то все вовремя. Более того, когда в моем родном городе Жодино БелАЗ построил большой автомобильный завод БелДжи, все говорили, а зачем он нужен, если столько хороших машин, немецких и других, собирается из лего европейских брендов. Ну вот сейчас прошло время, я сейчас проезжаю родной город, площадка забита, только успевают отвозить. Так машину просто так, говорят, не купить. Вроде как рекламу смотришь, есть, по факту жди. Вот, понимаете, жди 2-3 оказалось, месяца. Что, ну, то есть я к тому, что спрос превышает. Некоторый прогноз в руководстве Белоруссии к тому, что произойдет, оказался более достоверным, чем то, о чем докладывали руководство другой страны, которая по факту оказалась не готова к такому роду, в общем-то, переменам. Вы руководите крупным предприятием. Ну, наверное, даже нельзя это назвать предприятием, да, это как правильно, вот это вот все вот ваше хозяйство, да, холдинг. Ну, пускай будет так. И при этом весьма успешное. Что успешно, вопрос следующий. Мы живем. Мы машиностроители. Знаете, когда машиностроитель живет, это уже успешно. Значит, в России, если ты машиностроитель, и ты еще работаешь, это уже успешно. И не только вы. Это не экономические категории, я так скажу аккуратно. То есть те, кто остался, а их на самом деле очень немного. То есть я напомню, что промышленных предприятий в России с 90-го года было закрыто более 80 тысяч. Поэтому те, кто остался в том или ином секторе, сегменте, даже если они между собой конкурируют, они друг друга знают и просто уважают друг друга за то, что он остался. И когда уж совсем кому-то край, не добивают. А наоборот, приходит на помощь. Я вот скажу вот, пример, на мой взгляд, очень показательный. Я не перестаю вот удивляться предприятию, сколько лет противопоставляли сельхозмашиностроение российское и белорусское. Постоянно сталкивали лбами производители сельхозтехники в России и Белоруссии. Кто поднял вопрос, что с ним надо заканчивать? Кто поднял вопрос о том, что необходимо белорусскую технику приравнять к российской, а производство белорусских компонентов приравнять к российским? Кто поднял? Директор Кировского тракторного завода, российского. Ну, я не скажу, что он... кто организовал ассоциацию, которая бьется за это? Он же организовал. Может, ему сказали спасибо за это в России? Нет. Но сам факт, что именно вот эти люди понимают ситуацию и нужны, независимо от того, как в текущий краткосрочный момент на этом можно заработать, добивая коллегу-конкурента, условно говоря, люди понимают, что так нельзя. Потому что сегодня ты закопал этого, а завтра ты остался один в поле, и за тобой придут, если не немцы, то китайцы. И тебя точно так же по этим правилам закопают. И то, что за это время выработалась определенная
Вот я вот был недавно на юбилее Минского моторного завода. Количество партнеров, которые из России приехало, которым важно, чтобы этот завод работал, дышал и развивался, но без всякого вот, это чувствуется, что они приехали не вина попить, а в том числе поработать вместе над совместными проектами. Это важно. Опять же, вот тот же БелАЗ, который выставил первый удар, когда компании Каменцы и МТУ фактически остановили программу производства тяжелых машин в Беларуси для сырьевого сегмента России, на котором она строит свою экономику. За какой период вопрос был решен по замещению? Ну, как-то быстро. Месяца три. И машины с Вичаем радостно побежали по просторам России, делая ручкой не только гражданским Каменцам и МТУ, но и производству двигателей для танков, резко удорожая их себестоимость. Очень хорошо. Но сейчас мы видим, пошли первые машины, которые укомплектованы уже двигателями российского производства. Тот же Коломенский завод, Уральский завод уже предоставляют, возобновили производство. То есть в свое время Серебряков, по сути дела, спас от банкротства и от потери, так сказать, последних компетенций Тутаевский завод моторный и Ярославский, потому что 95% их продукции начали поставляться на Кировский завод для тракторов. А сейчас, в общем-то, тема БелАЗа, с которого ушли иностранцы, начала подтягивать компетенции дизель-строителей мощных двигателей непосредственно в России, тем самым снижая в том числе и себестоимость танкового двигателя. Ну, то есть, вот же, работает ведь. Так я говорю, это не экономическое взаимодействие. Это взаимодействие людей с инженерным подходом и пониманием, уважением друг к другу за то, что ты выжил до сегодняшнего момента. Это немножко другое. А те, кто остался, они друг друга уважают, и, соответственно, на зов на помощь они приходят. Ну, хорошо, смотрите, сколько... Возвращаемся все-таки к белорусско-российским отношениям экономическим. Я сужу по тому, что пишут по итогам. Белорусско-российские экономические форумы, форумы регионов, которые проходят, я уже там сбился со счета, сколько их было. По-моему, 7. Да, ну, достаточно много. И вот очередной там Витебский, по-моему, планируется. Да, Витебский следующий. Вот инициатива, опять же, лидера Беларуси о том, чтобы... А не пригласить ли... может быть, и другие государства сюда. Но после каждого такого форума есть так называемые отчетные какие-то документы выходят, сколько там заключили контрактов, сколько, ну, какие суммы. Ну что, это все зря, что ли? Давайте так. Ну, то есть, и потом вот вы говорите, вот там смотришь, эти с этими начали работать, эти с этими. Это что, никак не связано, что ли? Мы же понимаем, что если где-то проходит там питерский экономический форум, какой-то другой, или там армейский форум, и на этом форуме подписано договоров на кучу миллиардов долларов, вам любой работник приличной компании скажет, что договор там на миллион долларов, условно говоря, должен пройти такую долгосрочную экспертизу юристов, экономистов, планировщиков, что вот приехать на форум так, привет, давай работать, давай. Сколько там мы с тобой должны подписать? Нет, 20 миллионов. Ну, это понятно. То есть разговор о том, это что вот дискиса, форум послужил так не бывает. Тому, что, да. Поэтому это первый момент. Нет, для картинки хорошо. Да почему для картинки? Ну, к форуму, значит, готовились люди, проработали вот, какие-то поэтому, вопросы. Уже, чтобы да, встретились, чтобы нет, только вам, поставить подписи. Я вам объясняю о том, что здесь надо моменты не различать. Вот на сумму смотреть не надо. Надо смотреть на те проекты решения, которые будут созданы, которые потом превращаются в действия, которые на следующем форуме, возможно, будут подписаны в виде договора. То есть вот на этом форуме нельзя сделать так, чтобы тут же подписать. Но это же просто это невидные вещи, понимаете? Они не очевидны глаз. Не помню точно, какой. По-моему, третий форум был в Минске. И губернатор Белгородской области Олег Кушинников, вот он, я помню этот момент, он как раз сидят на сцене два президента России и Белоруссии. И Олег Кушинников говорит, значит, я беру на себя обязанность, что наше предприятие в Белгородской области, Челмазе, в течение года создаст транспортно-логистическую компанию, полностью укомплектованную на техчами МАЗ.
И директор берет на себя ответственность за то, что эта компания выйдет в лидеры региона по себестоимости и эффективности грузоперевозок. Ну, президенты улыбнулись, там что-то все записали. Мы ведь ничего не подписали в этот момент. Так, никакая копейка не попала в отчет, что мы что-то сделали. Но через год это было сделано. Но идея прозвучала. Ну, да. Таких проектов, которые вот мы сделали там с Вологодской областью, это и союзный трактор в итоге. То есть долго спиялись над тем, что союзный трактор, там выдумка, все остальное, что ж такое. Но сегодня единственный трактор тягового класса 1,4, который имеет статус «сделано в России» и соответствует требованиям 119 постановления «трактор, произведенный в России», производится в Череповце. Как и обещал в свое время губернатор Вологодской области Жуников. Но на момент, когда он это говорил, не было подписано ни одного документа, ни на один рубль. Вопрос. Да, не попало в статистику, но это попало в планы отдельных руководителей, которые потом проследили, чтобы через какое-то время все это было сделано. Поэтому, на мой взгляд, форумы нужны не для того, чтобы отчитаться о подписанных контрактах, а о том, чтобы наметить план действий, которые будут жестко контролироваться и продвигаться под теми, кто сказал, что да, это надо. Я ведь говорил о том, что всегда, ну, просто так мы устроены люди, да, мы хотим посмотреть, ну, а что? Вот встречались красиво одетые в дорогих пиджаках люди, приезжали на дорогих машинах, о чем-то очень хорошем разговаривали. Вот обычный вот житель Витебска, вот он будет смотреть на это все и думать, а мне что с того? Молодцы они. Он за них порадуется. Смотрите. Когда ему говорят, ну смотри, раз, два, три, он понимает, что произошло. Вот эти вещи, о которых вы говорите, да, это самое главное. О том, что происходит на самом деле при таких встречах. Но просто они не всегда очевидны. Вот и все. И ни в коем случае это не должно превращаться в какую-то профанацию и погони за красивыми там, с статистическими отчетами. Обозначу некоторые цифры, которые, в общем-то, должны не то, чтобы несколько наш оптимизм преуменьшить, но для понимания ситуации. Когда мы говорим о том, что вот мы должны там весь мир догнать и перегнать, мне понять, а какой объем достижения ресурсов финансов страна должна вложить для того, чтобы обеспечить хотя бы бег на месте. Так вот, с 2004 года были созданы золотовалютные резервы на сумму, ну там плюс-минус 500-600 миллиардов, с которых половина пропала. Хотя, на мой взгляд, пропало все. Почему? Потому что такое резерв? Это то, что вы из оборота страны достали. Как вы их назвали, неважно. Вы их положили на чужой территории, которая является территорией вероятного противника. Значит, эта сумма 600 миллиардов, она из оборота ушла. Значит, среднегодовой ВВП России с этого момента составляет 1,2 триллиона долларов. Значит, получается, сумма, которая ушла, это 50% среднегодового ВВП. Много? Много. Дальше. Частные инвесторы или собственники сейчас... Частные собственники советского наследства вывели с 2004 года из страны капиталов на сумму более 2 триллионов долларов США. И это тоже много, но и это еще не все. Значит, с 90-го года товарный профицит в нашей внешней торговле составил более 3 триллионов долларов США. Ну, по паритету, по квазиспособности, если перевести, это вообще 16 триллионов. Ну, берем 3 триллиона. То есть, по сути дела, за 29 лет из страны каждый пятый рубль, или, вернее, доллар уходил из созданного. То есть это даже не десятина, а две десятины. Для сравнения, только за прошлый год товарный дефицит США, то есть товара, который она привезла себе на свою территорию, больше, чем отгрузила внешний мир, чуть-чуть не дотянули до триллиона долларов. То есть понятно, что Америка может себе финансировать микроэлектронику, расходы на своих безработных, на поддержание разных больных и других категорий. Она за счет чего строится? Не потому, что у них хорошая экономика, потому что часть стран мира, в том числе и Россия, активно финансирует эти программы оборонные, социальные,
промышленные, технологические в Америке. А в ситуации, а у нас нет. То есть мы должны финансировать и свою промышленность, и американскую, и свою технологию, и американскую, и свой космос, и американский. Причем сначала американский, потом свой. Варианты, чтобы мы тут смогли их догнать и обогнать, резко сокращаются. Бог с ним, обогнать да, уже. Поэтому где варианты, чтобы не финансировать их? Значит, космос, экономику, социальные программы и так далее. Возвращаемся к предыдущему нашему эфиру, который был. То есть вариант без возврата финансового суверенитета страны этого сделать невозможно. Финансовый суверенитет страны должен базироваться на суверенитете своего эмиссионного центра, то есть Центробанка. То есть если мы не возьмем под контроль эмиссию своих страны, то вариантов тут просто нет. Это не предположение, есть теории, четко проработанные, и они хорошо знают в России. Это когда в холодной войне, условно говоря, гибридной войне, какая-то из сторон держит поражение, это намного страшнее, чем поражение в горячем конфликте. Почему? После горячего конфликта вас на какой-то срок облагают определенной данью, конкретной, которую вы должны выплатить на такой срок. Она ограничена во времени и в сумме. Если вы терпите поражение в экономическом противостоянии, так скажем, то вас грабят бесконечный срок с совершенно непонятными для вас объемами вывода капитала из страны. И для этого существует ряд механизмов, они хорошо проработаны и известны во всем мире. Нельзя сказать, что, может быть, для наших зрителей и слушателей мы что-то там новое открываем. С точки зрения специалистов финансовых войн, здесь нет никаких совершенно иллюзий, даже если будем рассказывать, что мы вот-вот завоюем наш финансовый суверенитет. Значит, я скажу, что финансовый суверенитет России будет тогда, для меня понятен, когда мы сможем имитировать нашу валюту, не исходя того, сколько долларов мы получили за нашу нефть, а исходя из тех потребностей, которые нам необходимы для инвестиций и модернизации нашей промышленности и нашей технологии. Что, кстати говоря, не приведет к конфликтационным рискам. Но это отдельный разговор. Поэтому вот здесь, опять же, если говорить про форум «Военная армия 2023», абсолютно понятная ситуация для военных. И вопрос о том, каким образом это будет происходить, там тоже прорабатывается. И, на мой взгляд, есть как минимум 2-3 варианта, по какому сценарию. Пускай выбирают. А мы, наверное, поможем. Мы же не собираемся с вами проигрывать. И те, кто нас смотрит, не собираются проигрывать. Мы же не хотим этого. Не хотим. Ну. Не хотим. Более того. Вы не хотите. Не просто не хотим. Мы не собираемся. Вы живете в Беларуси, а я в России. И вопрос «мы не хотим проигрывать», возможно, касается белорусов, но, на мой взгляд, не каждый высокопоставленный россиянин может сказать «мы не хотим». Сколько таких высокопоставленных россиян? Я думаю, они все известны. Ну, понимаете, я не отношусь к тем экспертам, нет, которые, я понимаю, что эти фамилии и должны с ними работать. Так, не в той структуре, да. Да. Но, хотя я уверен, что в тех самых структурах все известны, и все фамилии известны. Ну. Вопрос что, политическая воля? Вы понимаете, в данной ситуации нашего, в общем-то, финансового угнетения, вопрос противостояния разных потенциалов для того, чтобы свести игру в ничью хотя бы, он нас постоянно возвращает к опыту Советского Союза. Невозможность победы в войне должна свести вероятность войны к нулю. То есть только наличие высокой вероятности несимметричного ответа. Давайте вещи своими словами называть. Ядерное государство Российской Федерации один из самых, если не самый мощный ядерный потенциал на планете. Как это победить, я думаю, что не знает никто. Победить нельзя. Победить нельзя? Обеспечить неизбежную ничью, которая никого не может устроить, быть. Можно. И именно это в свое время. И на мой взгляд, как бы это мягче сказать, разность потенциалов экономических, технологических, оно как бы подталкивает страны западной коалиции использовать этот разный потенциал для того, чтобы, в общем-то, закрепить
уже по факту, в том числе во всех нормативных документах международных, подчиненное состояние России. Просто раз и навсегда эту тему закрыть по стране. Разность потенциалов их подталкивает к такому роду действиям, мероприятиям. И единственное, что может их остановить, это то, что, в общем-то, обесценивает такого рода подход. Но я думаю, последнее заявление президента Беларуси, которое может обозначать более жестко некоторые моменты в плане того, что мы не настроены проигрывать, а ничья может быть разная, может быть ничья 0-0, а может быть ничья 1000 на 1000. То есть, может, есть смысл свести ничью к 0-0 и не доводить до более серьезного счета. Я не сторонник ничьи с большим счетом. Но вот здесь возникает сразу вопрос. А какие варианты? То есть, потому и возникают в России мысли у тех, у кого все хорошо на самом деле. Как говорится, а КАЦ предлагает сдаться. Это же старая фраза. А вы говорите нет. Послушайте, таких КАЦов было всегда. Поэтому вот тут момент, Как-то... А вы представьте, что вы руководитель страны, от решения которого, правильного или неправильного, зависит жизнь не взвода, не роты и даже не дивизии, а жизнь миллионов людей. На то он и руководитель. То есть вы лично против сдаться? Я против. Видите, позиция, которая... Значит, вы за ничью. Вопрос, с каким счетом. Но это ничья невозможно без, я понимаю, без, что... без того, чтобы я где-то появилась такая красная линия, если которая... Если вы хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что даже то, что сейчас происходит, без применения оружия, после которого уже ни мы с вами, ни никто другой, скорее всего, на этой планете разговаривать уже просто не будет, а будут там, не знаю, тут выживут тараканы, там еще кто-то. То даже то, что сейчас в военном смысле происходит, это абсолютно бессмысленная вещь. Давайте так. С точки зрения бессмысленности тех или иных мероприятий, я бы оставил этот вопрос. Хорошо, так, значит, пусть военные решают. Значит, военные это тоже в какой-то мере не то, что решают. На мой взгляд, есть достаточно серьезные силы в мире, которые имеют свои цели. Долгосрочные, очень долгосрочные. И долгосрочные мероприятия, которые они шаг за шагом приводят в действие. Давайте откровенно. Я не верю в огромное совпадение сценариев и мероприятий глобального уровня, которые происходят практически одновременно по всему миру, почти одновременно, по совершенно одинаковому сценарию, по одним и тем же лекалам, проектам и даже на одних и тех же платформах, независимо от того, какой страны это касается. Слишком много совпадений, чтобы это... Значит, есть долгосрочные планы мероприятия, которые так или иначе предусматривают те или иные целевые установки и результат по итогам этих целевых установок. Поэтому вопрос о том, нравятся нам эти цели или не нравятся, это вопрос другой. Спросят нас о том... готовы ли мы подчиниться этим целям? Вот главный вопрос. Ну, как бы это мягче сказать, с точки зрения тех людей, с которыми я общаюсь, а я общаюсь с тем кругом, который наш с вами, желание немедленно кому-то подчиниться в их глазах не горит. Я думаю, что уже почти до всех дошло, но если до кого-то не дошло, то точно дойдет в ближайшее время, что с той стороны, там ребята не считают, вот посмотрите, что на Украине происходит. Да им все равно, сколько там погибнет. Все равно. Абсолютно все равно. Надо это понимать. Они уже не считают. Они наши... купили это. Они уже не считают они оплатили наши жизни. Это. Правильно, они за них заплатили, это у них бизнес. Война – это шикарный бизнес для них. Поэтому зачем их считать? Это все оплачено. Мы всегда смотрим на Украину, ну потому что картинка. Ну, человек так устроен, ему надо вот понимать, как где происходит. А вот оно, смотри, вот тут, видишь, здесь погиб кто-то, здесь танк подбили, там ракета взорвалась. Там, ну, то есть вот, да, вот это понятно, противостояние. А вот о том самом противостоянии, которое в тиши кабинетов, его просто не видно. И... Потому вот военные и говорят, что сейчас комплекс невоенных мероприятий по победе в гибридных войнах более
важны и эффективны, чем комплекс военных мероприятий. Военные мероприятия, комплекс, начинают поменяться уже после проведения комплекса невоенных мероприятий. А это культура, образование, психология, институт. Десятки институтов работают на создании информационного поля боя. Поэтому... Но я считаю, что все равно вода камень точит, во-первых. Кстати, мы с вами играем как раз на информационном поле боя, с той стороны, которая, в общем-то, некоторые эти моменты обозначает. Дай Бог, чтобы мы это делали успешно. Чем больше у нас будет бойцов... Я считаю, что вода камень точит в каком смысле? То, что сейчас происходит, во всяком случае, то, что мы наблюдаем внешне, вот между Белоруссией и Россией, Россией и Белоруссией, во всяком случае, по сравнению с тем, что было там 10 лет назад, 15 лет назад. Ведь вспомните все эти... Каких только войн между нами не было. Молочные, газовые, да, тракторные, какие, комбайновые. Какие хочешь, да. Чего только не было. Сейчас, слава богу, этого нет. Да, возможно, действительно, все не без проблем. Вы правильно говорите и правильно обращаете внимание на эти проблемы. Но их сегодня и в России поднимают. Невозможно не замечать массу сдвигов положительных, которые происходят. Вопрос уже, достаточно ли их много для того, чтобы говорить о том, что... Вот, например, на примере с взаимоотношений Беларуси и России, вот часто ведь тоже идея такая звучит, что вот вообще здорово было показать всему миру, вот смотрите, как это может быть. Да? Вы тогда говорите о том, что у нас должен появиться образ будущего. А это как раз вопрос целеполагания. То есть ситуация, когда та или иная страна говорит о независимости, но не имеет своей идеологии, более того, в Конституции записано невозможность эту идеологию иметь. То есть у вас нет своей идеологии, потому что у вас нет цели и нет своего образа будущего. Потому что образ будущего без идеологии просто не может быть построен. Вообще по определению. Поэтому для начала необходимо вернуться к тому, что у страны должна появиться та или иная целевая идеология, которая пролагает путь к той или иной виду образа будущего. Вот о чем речь. Образ будущего, а давайте мы не будем такие, как они. Нет, на это, самом не, деле, это не образ, это ни о чем. Не то. Ну, на самом деле, да, сходимся, видите, к библейскому. Вначале было слово. Понимаете, я не хотел бы, чтобы наша беседа носила некоторый такой серый темный оттенок. На самом деле, вот, мне кажется, мы с вами, когда на эту тему общаемся, должны поднимать, трогать другие струны души. Вопрос не в том, что как тяжело и трудно. А дело в том, что если мы сегодня начинаем... Так вас как послушаешь, так не просто трудно, а уже помирать пора. Нет, слушайте, эту песню не задушишь, не убьешь. Мы все-таки русские, понимаете, так или иначе. А кто-то русские с однаком качества, что еще больше повышает ценность. Да? Поэтому вопрос в том, что если мы начинаем обозначать проблему, наконец... Значит, мы это первый шаг перед тем, чтобы ее начать решать. Естественно. А то, что нам проблема кажется тяжелой, значит, от того, что мы проблему не ставим, она сама по себе не решится. Она не легче не ставит. Другое дело, если мы на первом этапе проблему поставили, значит, второй этап ее решения становится, по крайней мере, более вероятен. Поэтому, если мы обозначаем, что мы начинаем с ним, у нас пропадает морок из глаз, мы понимаем четко определять, где белое, где черное, кто друг, кто враг. Это первый шаг к тому, что мы из этой ситуации можем выбраться. И, на мой взгляд, это как раз очень хорошо. Тот факт, что тот или иной насморк или другая болезнь, мы ее поняли, начали лечить, это неплохо, это хорошо, что, ну да, поднялась температура, давайте с этим бороться. От того, что мы с вами разобьем градусник, мы здоровее не станем. А вот наоборот, если мы контролировать... Если он еще и ртутный, да, так и... Вот. Поэтому, на мой взгляд, тот факт, что мы можем об этом говорить, что мы говорим об этом честно, что об этом говорят все больше и больше специалистов высокого уровня управления, в том числе и те, которые принимают решения, тот факт, что эксперты, которые входят в кабинеты, которые могут принять решения, сегодня этим интересуются и начинают вырабатывать решения и докладывать о том, что можно предпринять, и это не вызывает оскомину ни у людей, ни у руководителей, это уже позитив. Я скажу откровенно, когда вот каждое отдельное предприятие, вот наш завод Череповцы, там Кировский завод в Санкт-Петербурге, вопрос выживания каждый из нас решал в одиночку, вот это было тяжело.
вот это было действительно пессимистически настроено, очень тяжело, когда вот все говорят, как там АвтоВАЗ, ведро с болтами, давайте мы его скорее закроем и закроем проблему технологии автомобилестроения в России. Вопрос стоит уже по-другому, и каждый отдельный уже руководитель завода уже не воспринимается как случайно недобитый боец. Они начинают сбиваться в группы сопротивления промышленно-технологического, и их уже начинают слушать внимательно и реагировать на высшем уровне. Ну, скажем, с точки зрения вот оперативности, ну, давайте откровенно, в Беларуси, вот мы говорили с вами про танкостроение, но вот последняя информация, которая есть, допустим, понятно, что без своих технологий, а технологии без своего производства, средств производства невозможно, это танкостроение, это невозможно. Но вот так раньше в свое время колхозы отдавались сильным холдингам для того, чтобы шла поддержка, заказы, работа. Вот сейчас вот Минский тракторный завод сейчас включил в свой холдинг 3 завода танкостроительных. 2 в Гомеле, 1 в Витебске. И да, понятно, это первый шаг, но проблему обозначили. Тяжелейшая проблема. Просто там объем проблем, который сейчас свалил на себя тракторный завод, она просто невероятная. Но сам факт, то, что этот, там никто не пал в панику, а все понимают, ну, это должен кто-то делать. И они этим занимаются, и они развивают мероприятия. Это первый шаг к тому, что это есть, появился шанс на то, что у нас появятся более-менее работающие заводы по производству и производства. А если этого не делать? Сказать, ну его там. Дальше что? Опять Китай? Ну или еще кто-то. Или еще кто-то. А да. Мы кто? А мы бананы. Нет, ну, видите, то есть движение-то есть. Это, вот это вселяет оптимизм, например, меня. Вот. Я потому по жизни оптимизм. Вот чем тяжелее, тем понимаю, все, проблема ясна. Будем с ним что-то делать. Тем более вы же на заводе работаете. А вы же сами говорите, что на завод такая вещь. Там все время что-то ломается, что-то там не работает. И надо что-то решать прямо на месте. Это действительно так. Все время. Да, то есть кому как не вам об этом знать. Поэтому вот точно скажу, что когда мы смотрим на те заводы, которые сохранились в России, а тем более в Беларуси, я скажу, что ну, не могли сохраниться заводы в Беларуси. По всем признакам не могли. Но они же сохранились. Значит, все это можно. Значит, нет оснований считать, что все потеряно. Ни в коем случае. Спасибо вам огромное. Будем не просто думать так, что нет оснований, что все потеряно, а благодаря и вам, тоже и вашим коллегам, и делать. Ну, по крайней мере, мы мероприятия по выходу из ситуации для себя обозначили.